Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. За час путінського правління кількість неповних сімей на Росії зросла удвічі. Нині на болотах проживає майже 5 мільйонів матерів-одиначок. Такі вони традиційні цінності. Ні, ми тільки за те, щоб була мама і папа, тобто це мужчина і жінка, а за однополі браки ми проти цього. Ну, не браки, а це з мамою і бабушкою. А, тільки з мамою і бабушкою? К сожалению, така ситуація, мабуть, із... Поколение в поколение мужчины нас защищают, они на войнах, они уезжают зарабатывать деньги, и, к сожалению, такое случается, что воспитывают только мамы и бабушки. В принципе, ничего страшного в этом, мне кажется, нет, если заложить правильные нормы поведения. Знаете, как на свет появилась моя мама? Мою бабушку Надежду Федоровну, ее маму, в 17 лет выкрал узбек, заточил у себя... в сарае. И, естественно, он ее изнасиловал, и на последнем сроке беременности она убежала от него, смогла спастись, и так родилась моя мама. Через війну в Україні кількість вдів на болотах продовжує швидко зростати, але росіянкам своїх чоловіків не шкода. Постаріла я лет на 30, мабуть, після последних событий вообще это просто. Я вообще не знаю, как даже реагировать на это все. Просто понимаете или не понимаете вы? Я вообще не знаю. Вагнер с вами. Мы сила. Мы пойдем до конца. До конца мы пойдем с вами, ребят. Война – это плохо, но так тоже нельзя. Все равно бы началась. Да, если столько стран против России пошли, все равно бы эта война началась. Уже там похуже было бы. Если они уже успели, если Финляндия уже успела, все написала, Финляндская республика, Коми, Архангельскую, Карелию. Вот у них уже карты какие. В смысле, в Финляндии? Финляндия хочет, что Карелию, это Архангельскую, Коми, СССР. Финляндскую республику создать здесь. Нужны они нам со своей Финляндской республикой. А вы за внука не боитесь, что тоже заберут? Ну, заберут, так заберут. А что делать? Страшно. Страшно, но все равно кому-то надо идти. Почему? Вот еще мои поэты. Очень красиво. Это я делала два вместе, чтобы как картинка получилась. Ставлення до родин російських вояків теж на Росії не краще. Населення не сприймає героїзму і не дякує за війну. Так, до прикладу, у дитячому таборі побили хлопчика через подарований батьком військовим кашкет. Матері довелося забрати сина просто посеред зміни. Мій син, окончательно поверив, что все плохое закончилось и все, он в безопасности, стал говорить, отвечая на вопросы, что там вот пацаны-то делали, и прозвучала такая фраза. А потом он подошел ко мне и сказал: «Слава недружественной стране!» И мы просто все остолбенели. Затем была такая пауза, и мы его спросили: «А что ты ответил?» Он говорит: «Я сказал: слава России!» И вот после этого начались у него вообще очень большие сложности со стороны этими ребятами. Військовослужбовця спецназу «Ахмат» закатували до смерті. Але зробили це не українські вояки, а російська поліція. З війни він повернувся з психічними розладами. Копи не стали розбиратися і зайнялися перевихованням. Нас мужем ввели в заблуждение, что у моего сына остановилось сердце, и он умер своей смертью. А полицейские тут ни при чем. Они нас просили ответить на несколько вопросов о том, что произошло на улице, прежде чем доставили моего сына в советское РОВД. Вот что я и сделала. На самом деле выяснилось, что моего сына сотрудники полиции в советском РОВД цинично убили.
Это я узнала, когда увидела видеофиксацию с камер советского РОВД. Мне людей даже не остановило, что он СВОшник, вернувшийся неделю назад со специальной военной операции, где защищал интересы нашей страны, рисковал своей жизнью. Идет уже второй месяц после убийства моего сына Ахмеда, но преступники не арестованы. Странно, что в других случаях без видеофиксации арестовывают, а в нашем деле есть видеофиксация, но никого не арестовали. Від такого у матерів російських героїв нерви не витримують. Понаехали. Жалко, мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать. Какого ты меня катаешь по кольцу-то, а? Что твой навигатор показывает, где мы сейчас? Я очень хорошо знаю, где Новоясеневский проспект находится. И где Московский находится. Все сказали, нужно в тоннель было ехать, а? Ножи твои. Что ты мне сейчас включишь? Денег хуй получишь. Мразь. А так велика держава піклується про свою чарівну стать. Провели інтернет, а їм не так. Тут ходят дети, блин, как бы с маленькими людьми. Почему вот это вот здесь должно быть? Не надо убрать. Поставили камеру відеоспостереження в лікарні, росіянки знову невдоволені. Вот кабинет гинеколога. Обзорная камера снимает. Нет, не буду. Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Большой вопрос. Інша справа – туалети. Їх появі на вулицях росіяни неабияк радіють і дякують владі за щедрість. В биотуалет на конечной остановке Боровая улица заходят первые посетители. Кабинка, которая предназначена для водителей и кондукторов, находится здесь совсем недолго, но ее уже успели оценить по достоинству. Давно ждали, как бы зимой еще мучились. Вот как бы спасибо, хорошо, что сделали, хорошо, все. А до этого как справлялись? Ой, по кустам, за гаражи, по кустам, везде. А зимой? Где? Ну вот так же, куда за дом, за гараж, куда попало.